Здравствуйте, друзья! Сегодня я, как и обещал, сниму небольшой обзор про ресторан «Кукушка», который находится в городском парке культуры и отдыха города Калуги. Так, друзья, я попросил принести мне меню. Сейчас посмотрим, что здесь можно заказать. Это как называется? Жульен из семги и креветок. Довольно-таки приличный ресторан, цены приемлемые, так что я рекомендую его к посещению. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания!